Сейчас будет явно к тебе нездоровый интерес. Давай обозначим. А у тебя вообще сейчас есть девушка? Да. То, что эта тема в России запретная, это ты считаешь, это нормально или нет? Да, блин, у нас в стране столько запретных тем. Угу. Есть темы поважнее, да, которые запретные, что, ну, удивляться как бы нечему. Вот эта фраза «хочешь быть геем?» Там, хочешь, не хочешь, знаешь, стал, не стал. Блядь, ну что это за бред? Вот реально, нет ничего проще, мне кажется, в мире, чем быть натуралом. Вот как бы, если есть выбор, кто выберет быть геем, усложнять себе жизнь, серьезно? Особенно в России. Ну, то есть,